Что, не нравится? Дорогие, привыкать не хочу. Спасибо. Подождите, не мешайте работать. Как мой номерок? Номерочек ваш еще со вчерашнего дня готов. Тот же, что и в прошлом году, с видом на море. Очень-очень хорошо. Одну секунду. Вот здесь распишитесь. Я сама потом заполню. Так. Спасибо. Минуточку. Это вам сувенир из Австралии. Какая прелесть! Вы меня балуете. Вы были в Австралии? Да, 4 месяца проторчал. Ключик, пожалуйста. Ой, я вас совсем заболтала. Простыночки я постелила свеженькие, полотенчики чистые. Я все сама проверила. Спасибо. Спасибо. Фасон интересный. Этот? Да-да, если можно. Пожалуйста. Спасибо. Ой, какое платье. А вы не интересуетесь? Не интересуюсь. Не возражаете? Я потихоньку. Нет, нет. А вы? Большое спасибо. Большая. В Эфиопии был, в Гвинее-Бисау. А в прошлом году в Анголе в такую передрягу попали, что... Расскажите, Сереж. Ну, что, собственно, рассказывать? Мы в труднодоступные районы летали. Однажды пришлось в джунглях садиться на неподготовленную полосу. А как это? Ну, как вам сказать? Перед самой посадкой... Он свежим воздухом дышит.
этот с волною поспорю. Но песня не про него. Ваша соседка по пляжу не очень-то общительна. А, мы ее, знаете, как девчонками называем? Дама с попугаем. Смешно, правда? Смешно. Как ты сюда его не притащила. Хотя там иногда приходится спать по 2-3 часа в сутки. Да, тяжело, я бы так не смогла. А, правда, кем вы работаете? Я? Только никому ни слова. Мне поручено найти и обезвредить Джеймса Бонда. Ир, серьезно, неужели это такая тайна? Ну, не очень, чтоб тайна, но... Послушайте, а ведь вы завтра... Ту-ту? Ту-ту. А последний раз в море? А рано вставать? По традиции. А я без купальника? А я отвернусь. А страшно? А не очень. Поплыли к буйку! Держись. Это что? Ну что? Я ведь еще не собралась. Думала вечером складываться, а на видишь как. Не провожай меня. Тут всего два этажа. Я оставлю телефон. Конечно. Увидимся? Ну, конечно, увидимся. Если дождешься. Ты уезжаешь? А вот отгуляю здесь и через 2 недели тоже. Ту-ту. Надолго? Не знаю, как получится. В Лиму лечу, в Перу. У них там землетрясение, так что там продовольствие, медикаменты нужны. Ну, счастливо тебе там, в Южной Америке. О, я смотрю, у вас сегодня значительный прогресс. Может быть, и мне свяжется? Извините,
ужасно люблю домашние шарфы. Жену попросите, она свяжет. А если у меня нет жены? Конечно, у вас здесь у всех нет жены. Интересная мысль. Ну, а как у вас с этим делом? С каким? С мужем. Представьте себе, есть. Еще вопросы будут? Обязательно будут. А как у нас с детьми? Сын. Сын! Это замечательно. Вам не кажется, что мы так много уже знаем друг о друге, что можем смело познакомиться? Меня зовут Сергей. А вас, если не ошибаюсь, зовут Лена? Какая осведомленность. Ошиблись только самую малость. Елена Ивановна. Согласен. А вас как зовут, сеньор? Тебя ж не адрес спрашивают. А как тебя зовут? Подумай хорошенько. Он что, свой адрес знает? Муж научил. Аристарх у нас дважды улетал, и знаете, оба раза ловили, приносили по адресу домой. Люблю песню, поет лещик. Пусть всегда будет дружба, пусть всегда будет солнце. Перегрелся. Ну, вот такого я еще не видел. Ну, видел я попугаев в Австралии, в Южной Америке, но такого болтуна впервые. Вы что же, его всегда с собой возите? Да нет, муж докторскую пишет. Пришлось забрать, чтобы не отвлекал. Сергей Алексеевич! Иду! Хочу постучать немного. Вы не желаете? Я не умею играть. Научим? Нет, спасибо. Ну, как хотите. Почему же вы говорили с этой Пикиморой, если не секрет? Милочка, ну о чем можно разговаривать с замужней женщиной? Конечно, о ее муже. Как на море можно разговаривать о муже? Я о своем не то, что говорить, думать не хочу. Что так? Вы знаете, я за свободу семейных отношений. Но это надо делать как-то интеллигентно, красиво, что ли? Мама он даже иногда ночевать домой не приходит. Он не понимает, что у меня к нему могут пропасть всякие чувства. Ой, мамочка, тут утонул. Как он оказался в воде? Ему было запрещено купаться. Что ему было сделать? Разве вы его не знаете? Георгий Николаевич, ну освободите вы меня от этого 13-го. Сил моих больше нет. Нас с вами обоих освободит. Вот, суд! Ну, кто тут есть? Давайте немножко левее, еще левее. Пойдемте, милочка. Ужас какой-то. А? А недавно, знаете, что заявил? Кто? Да муж мой. Видите ли, я книг не читаю, культурально развитая. В театры не хожу. На кой они мне сдались? Театры эти. Никто к нам не ходит, видите ли. Ну, вообще сдурел. Дядя, а дядя? Ну как там? Ищут. Ищут. А ты не знаешь, что утонул? Я. Как ты? Что? Чего ж ты не объявишься? Ну да, объявишься. Сразу из лагеря вытурят. Я без разрешения купался. Да нет. Ну и что дальше? Так и будешь сидеть? Вы мне помогли до тех кустов добраться. Как ты до тех кустов? Вы меня прикрыли, а я бы добежал. Ну даешь. Рано или поздно появиться все равно надо. Люди же волнуются. Конечно, появлюсь. Только из кустов, мол, живот заболел. Соображаешь. Ну что, поможем? Да надо, парень, совсем околеет. Пойдем. Ну давай, быстренько. Тихо, тихо, тихо. Он больше не будет. Елена Ивановна. Вы это уже повторяете не в первый раз. Поймите, если бы не этот дурацкий эксперимент, его бы в лагере никогда бы не было. Мы понимаем. Что вы понимаете? Наш лагерь известен на весь Союз. К нам даже из-за рубежа приезжают, из самой Африки. Черт, меня потянул на этот эксперимент. Все было тихо, спокойно. 12 отрядов, отборные отличники, один к одному. Нет, надо было 13-й завести. Хулиганье набрали. Он раскаивается. Да, уже раскаиваться мы умеем. 5 раз он убегал из лагеря, все 5 раз раскаивался. Он скучает. Он же первый раз без меня. Он ко мне бегает, не просто так по улицам. А где же наш Аристарх? Неужто улетел? Ну, ничего, ничего, не волнуйтесь. Он у вас такой заметный, далеко не улетит. Поймаем. Пропадет пропадом этот попугай.
Ну что, что-нибудь случилось? Да что произошло-то? Сын. Что сын? Заболел? Что-нибудь серьезное, да? Воспаление? Ангина. А он где? Вы что, телеграмму получили? Да здесь он, в тренерском лагере. В изоляторе. А? И надолго в изоляторе? Сказали, что 3 дня. Ну, 3 дня. Я думал, что-нибудь серьезное. Да вам легко говорить. Знаете, какой он у меня? Конечно, знаю. Он самый добрый, самый умный. Да. Самый отзывчивый, самый ласковый. Самый-самый. К тому же такой пионерский лагерь. Плохих сюда не посылают. Он у вас отличник. Да, отличник. И победитель. Во всесоюзной математической олимпиаде. И вообще их всего только 30 человек на весь союз. Из них специальный отряд организовали. Молодец. У них здесь... занятия по математике. Профессор, между прочим, ведет из Новосибирского академгородка. Ну и как он о вашем сыне отзывается? Он говорит, ты очень талантливый. Ну вот опять, ну что, ну перестань. Обидно просто. На юг приехали, а ему даже искупаться нельзя. Ну через 3 дня и искупается. Послушайте, а хотите, я на это время возьму над вами шефство? А? Ну, а в каком корпусе остановились? Да я дикарем. А. Сына неожиданно послали, так что я без путевки. Ну, так как насчет шефства? Сходим в кафе, посидим, потанцуем. А? У меня муж ревнивый, не разрешает. Послушайте, Елена Ивановна, как я не прикидывал, по-моему, я все-таки старше вас. И на правах старшего товарища прошу вас называть меня просто Сергей и на ты. 2 минуты на размышление, а я сбегаю за мороженым. Спасибо, товарищи, спасибо. О, привет пионерам. Ну что, выгнали из лагеря? Не, последнее предупреждение. А здесь что делаешь? А у нас тихий час. Даешь. Тебя как зовут-то? Алексеем Сергеевичем. О, имя официальное. А я наоборот, Сергей Алексеевич. Привет. Слушай, а я тебя откуда-то знаю. А мы у вас на экскурсии. В аэропорту были зимой. Самолеты смотрели. Точно. Ну ладно. Простите, там очередь за мороженым большая. Ну, зачем же так далеко ходить? Прошу. Нет, нет, что вы. Берите, берите, а то окончательно растает. Неудобно как-то. Вы из пансионата? Да, из 2-го корпуса. О, мы с вами соседи. Придется познакомиться. Сергей Алексеевич, можно просто Сергей? Лида. Очень приятно. Лидочка, а почему вы не купаетесь? Вода чудо. А, вы за мороженым сбегали. Нет. Это Сергей Алексеевич меня угостил. А-а-а. Прошу Верочка, вас. Верочка, Геннадий. Очень приятно. Мы в столовой вместе. Вы давно приехали? 3-й день. А мы с Верочкой только вчера прибыли. Так что у нас с вами еще все впереди. А я, к сожалению, скоро уезжаю. Как? Работа. Ну, работа не волк, лес не убежит. Кстати, если не секрет, где вы работаете? Присаживайтесь. Я во внешторге. А вообще я летчик. О, да мы с вами почти коллеги. Я в Антоновском КБ. Да? По хвостовому оперению. А-а-а. Инженер. Нет, чтобы дам развлекать. Это не о работе, да говорю. Да погоди, Вера, при чем тут работа? За бугром бывали? Смотря за каким. В Париже, например. В Париже бывал. Ну и как там? А в каком смысле? Ну, как они там к нашим относятся? А, по-разному. В основном хорошо. Но бывает вплоть до провокации. Ой, расскажите что-нибудь про провокации. А детям про это рассказывать нельзя, плохо будут спать. А время у вас свободное было? Париж-то хоть посмотрели? Ну что Париж? Париж как Париж. Грех признаться, я настолько привык за границей, что дома просто теряюсь. А где ты там в Париже живешь? В Париже? В Париже я живу. Живу, в общем.
В гостиницах разных. Когда как? Ну, гостиницы там шикарные. А, чуть не забыл. Международку заказал. До завтра, Серега. До завтра. Я с тобой еще хотел кое о чем поговорить. По работе. Поговорим. Сережа. Что, такси уже? Я провожу. Да не надо. Приедешь из своей этой Южной Америки, позвонишь? Обязательно. Это рабочие. Понятно. Серега! Сейчас вылетит птичка. Прошу. Сейчас проявится. Боже, какая прелесть. Можно посмотреть? Пожалуйста. Американский. Вы что, и в Америке были? Приходилось, но этот аппарат я купил в Италии, Неаполе. И в Италии вы работали. Боже, Средиземное море. Скажите, а правда, что там на пляже принято, ну, одним словом, женщина без ничего? Но пляжи там разные, а в общем, да, там это в порядке вещей. Как совсем? Совсем-совсем без ничего? Ну, не то чтобы совсем-совсем, ну, а так, как в армии. Форма одежды номер один, с голым торсом. Ничего себе, а ты видел? Ну, естественно. Ну, как там бабы? Как у них торс? Тебе бы только языком чесать, знаток. А что тут такого? Если красивая женщина, то почему? Да. Стоит же в музее Венера и другие картины. То по музеям, а то живьем. Вот вы бы, Лидочка, примеры показали. Да, Лидочка, покажи. Подумаешь, делов. Только мы ведь не в Неаполе. Серега, а ты бы взял Лидок в Неаполь? Возьми, не прогадаешь. А что? Вот я съезжу в Южную Америку, через годик вернусь, и можно будет махнуть. А я и на Южную Америку согласна. В Южную Америку поздно. Документы уже оформлены одного. Через 2 недели выезжаем. Везет? Ну, ничего. Ой, у нас море какое, не хуже Средиземного. Бабушки пошли. Она у меня море ни разу не видела. Ну, нет, Лидочка, для бабушки мы сделаем высокохудожественный портрет. Так... фон какой-то не такой. Народу много. Follow me, Лидочка. А что это такое? Follow me? Следуйте за мной, как говорят французы. А ты куда? Кстати, Лидочка, а как у нас вечер? Очень занят? В принципе, не очень. Значит, 7 у первого корпуса. Заметано? Заметано. Эх, Лидочка, море, конечно, красивое, но видела бы ты океанский прибой. Вот когда я был на Самоа. Так что там на Самоа? На Самоа? Фу ты, черт. Совсем забыл. У меня, Лидочка, сейчас важная встреча в гостинице. А это тебе. Значит, 7. Что, опять тихий час? Ну-ка, иди за мной, тихарь ты наш. Значит, 7, как договорились. Ну, что тебе надо? Что ты все вынюхиваешь? Ты смотри, смотри, у меня юный следопыт. Еще раз попадешься, пожалею.
Ну ладно. Давай как мужики. Чего тебе надо? Ты человек или мумия? Луна, парк, комната, смеха, кафе, мороженое и пару фотографий. Хм, деловой. И шашлык на набережной. И шашлык. О поколении. Ладно, я торговаться не буду. Завтра в 10:00 на этом месте. Сегодня, сейчас. Ну ты нахал. Не могу я сейчас, понял? Ну занят я. Процедура у меня. Душ Шарко, УВЧ, массаж среднего уха. И вообще скромнее надо быть, молодой человек, в вашем возрасте. Сегодня. Улыбочка. Еще разик. Слушай, фотографии-то не дешевые. Раз поймаем. Да ну, его скорее кошка какая-нибудь сожрет. Кошка? Он ведь такой глупый. Кошка его испугается. Она от него бежит. Он ей такого наболтает. Да, временами он становится разговорчивым. Ага, точно. За словом в карман не полезет. В отличие от тебя. Кстати, ты куда тогда исчезла? Мужу ходила звонить. К мужу? А вчера? В горы ездил. Горы? Это романтично. Горы как горы. Это что у вас? Экскурсия? Да вроде того. Я уже 3 раза ездила. Море как-то быстро надоедает. Да, ты знаешь, мне тоже на пляже появляться уже не хочется. Поехали с нами. Мы завтра опять собираемся. Мы? Это кто? Да я, в общем, мало кого знаю. Профессор там один, он вроде как главный у нас. Потом 2 атомщика, балерина. А альпинист один, он, между прочим, на Джомолунгму ходил. Ну, бабушка с внучками. Хорошая компания. А ты как туда попала? Объявление на автостанции прочла. Выезд в 6:00. Возвращение после обеда. И куда вас везут? Когда как? Каждый раз новое место. А, значит, в 6:00. Что, рано? Нет. Поставлю будильник на 5 и все. Только одеться нужно потеплее. Утром в горах прохладно. Само собой, спасибо. Лена. Лен. А что если сейчас, ну там, насчет чашечки кофе? Я тут вчера такое место отыскал. А? Вот за этим корпусом.
самовар. Алексей Федорович, вы на свою стенку, да? Сегодня закончим. Так. Евдокия Кузьмишна, а вы куда? А я с батьками Ашотом займусь. Ашотом. Хорошо. Каски, каски, детям наденьте. А, простите, забыл, как вас звать, величать. Лена. Лена. Мы вдвоем. Ах, вы вдвоем. Так, хорошо, вы куда? А мы вон на тот уступ. Давайте. Веревку возьмите обязательно и смотрите осторожно. Хорошо. Там. Давайте. Доктор, дай им веревку. Держи. Значит, возьми котелок, сегодня мы пройдем по левой стене. Вот так. А за что мы? Ничего себе, экскурсия. Зато воздух какой. После обеда фасад, пожалуй, закончим, а? А что с Серегой будем делать? Да если б не нога, там плевое дело. Да, на совесть сработано. Не поленился человек. А может быть, я попробую? А вы что, альпинист? Нет. Просто я тезка. Какой тезка? Ну, того самого, Сереги. А, да нет, слишком высота большая. Да что ему высота, он же летчик. Это совершенно разные вещи. Ну почему же разные? Да вы что, товарищ? Здесь же стена отрицательная, сверху не подберешься. А мы снизу, тихо, мирно, без шума пыли. Ну тогда крюк надо вбивать. И крюк вобьем, если надо. Мне ведь приходилось в Альпы ходить. Правда, давно это было, подзабыл кое-что. Дядя Жора, да давайте, ну конечно, давайте. Что, дядя Жора, что давайте? Вообще-то попробовать можно. Это уже затягивает. Там есть расщелина. Вобьешь крюк, сделаешь петлю. И будь осторожнее, большой маятник. На страховке готовы? Ну, давай. Удачи. Осторожнее. Страховки держать натяжку. Справа, справа держись, да. Камни. Нет, не трогай этот уступ!
так. Вот за эту расщелину. Хорошо. Все плохо кончится. Проверь трюк. Всем до свидания. В больницу! Пока. Не забудь заскочить. До завтра. Ага. Да, так... Напрасно вы все-таки отказались в больницу заехать. А вдруг сотрясение? Ну что же, опять на «вы»? Ну, мне туда. Ошибаетесь. Не туда, а сюда. Ты что предпочитаешь? Бразильский кофе или английский чай? А может быть... Не получится. То есть... Как это не получится? Как это не получится? Мне еще в лагерь надо сегодня заехать. Сына проведать. Как бы он опять не заболел. Мы что же, так и расстанемся? Так и расстанемся. Выздоравливайте. Ага, постараюсь. Очень тронут вашей заботой. Очень. Сделаю все, что от меня зависит. Что такое? Плохо? Нет, нет, ничего, ничего. Голова. Давайте я помогу. Сейчас пройдет. Ну что, ни в коем случае, ни в коем случае. Вы торопитесь, значит, завтра в 6:30. Нет, что лучше я тебя до номера доведу, а потом скорую. Нет, нет, ну что, не надо до номера. Очень плохо себя чувствую. Нет, нет, только после вас. Ой. А, плохо. Давай я тебя положу и скорую вызову. Обалдел, что ли? Все, все. Лен, Лен! Ключ. Лен, Лен, ну это чисто нервное. Но, говорят, такое бывает при сотрясении мозга. Я так и поняла. Кстати, ты как к видео относишься, а? Извини, сейчас кофеек поставлю.
Ты какой сок будешь? Конфеты? Ой. Ух ты. Ничего себе коллекция. Да, какая коллекция. Девчонки знакомые попросили щелкнуть. А меня? Что? Что тебе? Когда щелкать будешь? Да хоть сейчас. Я купальник забыла, ты же не предупредил. А мы можем без купальника. Ты чего? Да так, красиво у тебя получается. Так и будем стоять. Можно и присесть. Лен, ты всегда такая? Какая? Железобетонная. Ну зачем же хамить? Все у тебя хорошо, да? Надежно, да? Да. Муж профессор, сын отличник. Да. А у тебя все плохо, да? Ты такой бедный, несчастный. Тебя пожалеть надо. Ну, конечно, я понимаю, ты тут так... Ты ой, ой, только не надо делать вид, что ты такая морально устойчивая. Плевать ты хотела на своего мужа. Дурак ты. Однако ума хватило заметить, что ты на меня глаз положила. Что? А чего ты так удивляешься? Еще тогда, в первый день, на пляже. Помнишь? Ну, ладно, хватит. Давай ключ. Лен, Лен, ну, Лен. Ты что, с ума сошла? Ключ. Ведра не забудьте. Да, ведра. Да, ведра. Все взяли. Я взял. Смотрите, кто идет. О, да это же наш аппетит. Серега. Подержи. Здравствуйте. Привет, Серега. Здравствуйте. 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 Так, нет, прошу. Серега. Юрий Георгиевич. Но в автобус я тебя сегодня не пущу. Тебе нужен покой. Кстати, почему? Пляж тебя тоже не рекомендую. Так, будешь в городе, обязательно зайди в больницу, хотел, слышишь? Пойдет. Подождите, а Лена не приходила еще? Опоздал, Серега. 10 минут как уехала. Так, вот так. Села на рейсы в аэропорт. Сын ему не по машинам, по машинам. По машинам. Мы опаздываем. По машинам, пожалуйста. 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 Привет, Серега! Ну-ка, давайте почитаем, что у нас тут получается. Так. Ну, что я могу сказать? Врожденной патологии тут явно нет. Органических изменений я тоже не вижу. А вот неврогенные изменения, они у вас уже, молодой человек, есть. Понимаете меня? Доктор, это что, все... А сотрясение? Ну, сотрясение само собой. Но главное, сердце. У вас раньше это было когда-нибудь? Mm-mm. Нет. Ну, мы вас медикаментозно, конечно, поддержим, непременно. Но вот образ жизни, молодой человек. Вы слушаете меня? Доктор, ну и сколько я? Ну, еще протяну. Ну, вам еще рано об этом думать. Поживете еще. Вам сколько лет? 37, 39. У вас еще все впереди. Поберечь надо сердчишко, поберечь, вы его загнали. Да-да, панангинчик добавьте еще. Так что не перегружать ни в коем случае. И слушайте, излишеств никаких. Вот это дело, не-не, вот это тоже. Как вообще? Я говорю, никаких излишеств.
Ну и денька 4 мы задержим его, правда? Укольчиками подкрепим. Как? Так у меня путевка через 4 не окончается. Здоровье, дорогой мой, оно дороже путевки. Закончилась посадка самолета, вылетающий 335-й рейс Самара-Курга по маршруту Москва-Лима. Второй на малом. Запуск третьему. Можно запуск третьему. Пошел запуск. Земля, двигатели запущены, генераторы подключены. Все, спасибо. На борту порядок, переходите на визуальный контроль. Да, Коль, я тебе часы забыл вернуть. Ничего, отдашь, когда вернусь. Понял, отключаюсь. Счастливо. Встречаем, улетают, провожаем Титока. Ну как, после бархатного сезона ваша холода. Ну? Ты бытовки подбросишь? Давай. В целости, в сохранности. Спасибо. Не за что. Теперь куда? Так. Давай. Давай на 14. Привет, ребята! Привет. Где Игорёха? Посмотри в самолет. А? О, здорово! Ну как отдохнул-то? Спасибо. Спасибо, Игорь. Вот так. Да что не загорел? Как бледная поганка, а? Некогда было. Возвращаю в целости сохранности. Все нормально. Проверим. Ну, а это что? Так было. Ну, что было? Чего? Ну, что было? Да так было, Ген. Ну, а путевки где достаешь? Да это Кольки Шевчука. Летуна знакомого. А Шевчук что, не ездит? Его быт заедает. У него же 3 детей, сам знаешь. Ну, рассказывай, как отдохнул. Какие успехи художественной фотографии? Опа. Алло. Да, 400 стоянка, Франкфурт, 40 мест. Забери. Мне некогда, все. Внимание, изменение номера стоянки. На посту рейс 152. Это кто такая? А, Лидочка из Ленинграда. Лидочка из Ленинграда. Ну, композиция мог поработать. Композиции не хватает. Ладно, ладно, ты дальше, дальше смотри. О, это уже, да-да-да, лучше. Молодец. Да. Ты делаешь успехи. А это кто такая? А, Милочка из Риги. Болтливая, Милочка. Страшная. Вот какая кабалетница. Выброжили сплетница. А, о. Ну ладно, позор, ладно. Уж приходить тетя жаба нашу детку покачать. А это? А это кто такой серьезный? А, это знакомая одна. Ну так ничего, дохла только очень. Возраст не наш. А что за попугай на руке? Чокнутая какая-то. Возит его с собой постоянно. Жить, говорит, не могу без него. А без попугая ты ее снимал? Ни в какую. Муж говорит, строгий, никаких фотодокументов. Так, пожалуйста. А аппарат дома оставьте. Сколько там был? 2 недели. Вот везет дорогам. А это кто? А, парнишка один знакомый. Они у нас в прошлом году здесь на экскурсии были. Вот там случайно встретел. Ладно, я к девчонкам Серег, в бухгалтерию. Серег, я в апреле месяце в Ялту еду. Я костюмчик твой забил. Ты что? Он тебя разойдется по всем швам. А это не твоя забота. Я тебе аппарат давал? Ладно. Не, не, ладно, вот, пока. Ладно.
А цвет какой? Сразу видно, фирма. Знаешь, сколько он за него выложил? Зато никаких пленок проявил. Навел, щелкнул, и сразу тебе готова фотография. А показать принести можешь? Да, скоро. Слышь, Леха, у тебя вроде никакого отца-то не было. У кого не было? Это у тебя не было, а он у меня за границей работал, понял? Что ты долго, Лешенька, он у тебя там работал? Сколько надо, столько и работал, ясно? Слышь, Леха, он у тебя кто? Много будешь знать, скоро состаришься, ясно? Понял. Чапанья по хоту, мы каназа хай дебровщ, пауранд иги, зерану из нот клир. Максимал пауэр. Пацан какой-то, представляешь, на взлетную полосу пролез. Ничего себе, через такую охрану. Орел. Да уж, орел. Из-за него на второй круг два борта отправили. Что за пацан? А, не знаю, ищут. Слушаю. Понял. Ну, я поехал. Давай. Танки, привет передай. Дядь Сережа. Дядь Сереж. Ты? А ты как здесь оказался? Погоди, погоди, погоди. А на взлетной полосе ты, что ли? Атас! Зверев, пацана здесь не видел? Пацана? Какого пацана? Ты представляешь, что ты наделал? И меня еще впутал. Ну, давай, давай, быстро, в самолет. Ну ты и фрукт. Тебя как на полосу-то занесло? Я пришел самолеты смотреть. Что? На полосе, что ли? А почему через забор? Не мог меня вызвать на проходную? Я пробовал. Так ведь я же не знаю вашей фамилии, а там все деловые, фамилию им подавай. Дядь Сережа! Дядь Сережа! Что? А можно кабину пилотов посмотреть? Чего? Ну, все равно же надо ждать, пока все успокоится. Да. И чего я с тобой вожусь? Сдай тебя начальнику охраны. Он тебе быстро мозги вправит. Ну, сдавай. Ладно, пошли. Проходи, не стесняйся. Опа. Ну что, Алексей Сергеевич, полетим? Куда? А куда хочешь. Thank you.
Витё, давай сюда! Спускайся быстро! Ныряй на заднее сиденье. Давай. Алексей, ну ты забегай как-нибудь. Только через проходную. Фамилию запомнил? Да, запомнил. Ну ты чокнутый. А если бы засекли? Эх, Витёк, Витёк. Ну и какие тяжести таскаешь? Ты бы позвонил, я бы сам заехал бы. Да, заедешь ты. Ой, накурил-то, надымил. Топор можно вешать. Ты форточку-то открывай. Иногда. Открываю, открываю. Ага. Ой, когда явился? Ну ж недели две назад. Ну как, отдохнул? Нормально. Там питание-то хоть хорошее? Нормально. Фу. У тебя всегда все нормальное. А где ведро-то у тебя? Да оно полное уже. Ты картошку есть будешь? Ой, ты на этой картошке вязу себе заработаешь. Вода горячая есть? Да, вчера дали. Ты не забыл, что у Петра Филипповича день рождения в субботу? Не забыл, не забыл. Во сколько явиться-то? Часов шесть. Только не покупай ему опять галстук. Он их не носит. А кто это? Где? Вот, на фотографии. А-а-а. Знакомая одна. Там познакомились. Угу. Красивая. Ну, говорят, я просто знакомая. Эх ты, сынок, сынок. Ой, мать, не начинай. Что не начинай? Что не начинай? Когда все это кончится? Ты что сюда приехал? Орать на меня, что ли? Обстирывать тебя приехала. Ладно, я сам постираю. Много ты настирал в своей жизни. Продлил. Всего доброго. Будьте здоровы. Ну, давай, пока. О, привет. Ты че здесь? Да. Куда пропал? Самолет пришел смотреть? Да нет, дядя Сережа, ты сейчас куда? Ну, в общем-то, домой. Поехали со мной, дело есть. Какое дело? Да не бойся, это не надолго. Миша, автобус. О, автобус. Какое дело-то? Петрович, не вставай. Ой, как плохо. Слушай, ты, Штирь. А если я сзади? Да сказал же, ненадолго. Поехали. О. Ну, как жизнь? Какая жизнь? Ну, вообще, работа, успехи. Ты мне голову-то не морочь. Куда едем-то? Да ты не волнуйся, дядь Сереж. А я ведь тоже решил к вам идти работать после школы. Куда это к нам? Ну, на аэродром. Аэродром большой. И вообще, ты что же думаешь, вот так вот пришел и устроился? Без всякой квалификации. У нас знаешь, какая работа? Болтик не докрутил, и привет. Катастрофа. Так ведь я же не механиком буду, а пилотом, летчиком. Слушай, может, скажешь, куда идем-то? Уже пришли. Не идешь, чтобы за эти варенки полторы сотни выкладывать. Ну, не знаю. Ну, иду. Да? Эй, да. Вот эти у меня трешник мотанули. Какой трешник? Обыкновенный. Мать на продукты дала.
раньше не предупредил. Правда, что ли, трешник у него мотанули? Ну. Придется вернуть. Ну вот что, ребятки, последний раз говорю. Верните трешник. Слушай, кончай лечить. Топай, топай. Ну, щенок, верните. Не трогайте его! Ладно, хватит с него. Пошли. Костюм! Сам сорвался. Нормально. Да ладно, черт с этой трешкой. Пойдем ко мне, умоешься. Подонки, сопляки паршивые. Ты хоть их знаешь? Знаю. Их тут все знают. С ними лучше не связываться. Ну и поколение у вас, черт побери. Обыкновенное поколение. Да уж, обыкновенное. Школы такие стоят. Да ладно школы, а семья? Нет ни одной семьи, чтобы без фоксов. Нет, вру. Одна есть. Есть одна. Что же это за особенная семья такая? Да уж особенная. Муж доктор наук, не пьет, не курит, налево не ходит. Понял? Круг интересов ого-го. Она красивая. Даже представить себе не можешь, какая красивая. Я с ней случайно познакомился. Ну, то да сё. А когда она поняла, куда я клоню, так меня отшила. Не дай бог. Вот женщина. А, замужем, конечно. Сын ее, между прочим, не то что ты лоботряс. Победитель математической олимпиады. Да, талант. Профессор из академгородка Новосибирского с ним познакомился, в обморок упал. Все, говорит, к себе беру, в аспирантуру. Понял? А ты? Небось, уже одни девочки на уме. Как у вас там с эмансипацией в школе? Полным ходом. О, слишком свободные стали. Девочки называются. Девочки как девочки. Да ты не видел девочек-то. Вот когда я учился, ну, в крайнем случае, танцы. Под ручку домой и все. А сейчас... Нет, все-таки я тебе скажу, наше поколение... Да что ты все заладил? Наше поколение, ваше поколение. Как будто мы с неба свалились. А вы здесь ни при чем. Ну, знаешь ли... Мать, когда придет? А то мы расселись тут, напугаем еще. Часа через два. Она у тебя кто? Музыку преподает. Сейчас к ученице пошла. А отца-то хоть помнишь? Нет, мне тогда 9 месяцев было, когда он нас... Ну, когда он от нас уехал. На север подался. У него там другая семья. Да нет, третья. Но пишет. Иногда. И алименты высылает. С тех пор так одни живете? Да нет, был еще один. Этого я хорошо помню. Нудный был очень. Мы с ним недолго жили. Чего так? Да, у него в квартире музей целый был. Картинки всякие по стенам. Ваза. Ну, я разбил одну, дорогостоящую. Хотя, чего мне дорогого? Вся клеена, переклеена. Ну? Ну, он как увидел, в крик и избил меня сильно. Мать тогда ничего не сказала. А вечером вещи собрали и к подруге ее уехали. Он потом приходил, извинялся.
Но она у меня знаешь какая? Если что решит, все, могила. О, о, вот, вот они, семьи-то. Одна, вторая, третья. А мать у тебя молоток? Мать что надо. А у тебя жена есть? Была да спала. Давно это было. Да, одному плохо. А дети? Откуда? Не завел, значит. Не завел. Знаешь, есть у меня дружок Колька Шевчук. В училище вместе учились на одном курсе, пока меня не турнули. За что? А, долгая история. Так вот он в 18 лет женился. И жена ему сразу бабах, двойню пацанов. Потом еще и девчонку в придачу. Представляешь, жизнь? Ой, что ты. Вот. Крутился, как белка в колесе. Ну, сам посуди. Целый день в училище. А ночью в котельной подрабатывал. Денег-то не хватало, сам понимаешь. Посмотрел я, нет, посмотрел. Нет, думаю. На Серегу Зверева такой хомут не накинешь. У тебя как насчет покурить-то? Блядь, я потом проверю. А сейчас смотрю на него, завидую. Хотя чему вроде завидую? Нет, ну понятно. За границей там Япония, Франция. Сейчас от первого землетрясения у них. А дома 5 ртов. Жена болеет сейчас, насчет работы не очень. Ну почему же? Я слышал, те, кто за границей зарабатывают, будь здоров. Это лишь если деловым быть. А он у нас принципиальный. Что ты? Шмотку какую привезти там на продажу или пару кассетников? Не-не. Ладно, заговорились мы с тобой что-то. Пойду я. Ты вот, Леха, косился на там на море, как я насчет за границы молодым девчонкам лапшу на уши вешал. Но ты и меня пойми правильно. Мне ведь уже под 40. Так сказать, не первой свежести. Вот так. Дядя Сереж, а ты еще раз жениться не пробовал? На кого? Ну, хотя бы на той самой, своей знакомой. Так она же замужем. Ну, что ты, подошел к ней, потолковал по-серьезному. Что, вот так, без всякого повода? Ну, придумал бы что-нибудь. Мужики, мужики, слушай, а вот, вот нет такого, вот, точно такого. Ну, вот говорящие чтобы, а? А, нет, говорящих не держим. Выбирайте. Посерванцев, что ли? Слушай, друг, а? Не вот такого, точно такого. Только голубенький, но чтобы говорящий. А, нет, таких нету. Говорящих вы вот там посмотрите, вот там. Какой ты Гоша, ты Аристарх. И вообще заткнись, что больше ни звука, понял? Кто там? А, это я. Я попугая принес. Вот. Ну, походите. Аристарх, к тебе. Аристарх. Кто там? Да тут опять попугая принесли. Не может быть. Точно. Аристарх. Это он вам наш адрес назвал. Ну, память, ну, дает. Третий раз уже приносит. Четвертый. Да. Ему пора бы уже новый адрес запомнить, а? Дело в том, что хозяйка его, она здесь не живет уже 5 лет. 6. 6, Раятика. Переехала. Как переехала? А куда?
Куда? Аристарх, значит, ты опоздаешь на лекцию. К сожалению, не знаю. А как же мне теперь быть? Аристарх, уже без четверти два. Извините. А может, она позвонит или зайдет? Нет, нет. Она не позвонит и не зайдет. Это исключено. Ну, извините. Ничего не скажешь. Но это тоже ничего. Меня тут какой-то пацан спрашивал. Я его погреться пустила. Да? Спасибо. А, привет. Привет. Держи. Дядя Сережа, ты что завтра делаешь, а? 4 часа. Вот так надо. Если вот так... А что делать будем? Ну, мне в школе общественное поручение дали. В общем... Ну, короче, я же работаю. Ой, это те самые, что у тебя на море были? Ну, те. Дядя Сережа, а можно посмотреть? Ну, говори, что за дело-то конкретное. А? Дядя Сережа, а можно их на пару дней? Зачем? А у нас дискотека. Ну и что? Ну как? А, дискотека. Значит, решил повышивать немножко. Перед девочками сверкнуть, да? Да ты знаешь, чьи это часы, сопляк паршивый? Ну, снимай. А ты чего обзываешься? Чего обзываешься? Да подавись ты своими часами. Ты как со старшими разговариваешь, сморчок? Я тебе шею намылю. У тебя на мою шею мыла не хватит. Видали? Сейчас они все такие. Сын, что ли? А. Серега! Серега! Серега, здорово! Здорово! У тебя квартира свободна? А что? Ты понимаешь, давай ключи. Я с тобой познакомился. Такие шикарные бабоньки, туристки приехали. Ну, Сереж, давай, чего ты молчишь? А? Сереж, ну что? Какие туристы? Ну, молодые, студентки. На каникулы приехали. Центровые, такие бабы красивые. Да пошел ты со своими центровыми. Ты, придурок! Лечись, если ума нету. Чего не говорил? Ты губы-то не раздувай. Я и так из-за тебя опоздал. Ты все равно не согласишься. Ну почему, если дело нужное? Ты только не тяни. Да, мне сегодня в школе поручили встречу с интересными людьми организовать. Ну? Ну, завтра первое состоится. Ну? Ну что, ну вот я и подумал, может, ты выступишь. Я? Как это? Ну, выступишь? Расскажешь про самолеты, работу. У нас ребята в школе, знаешь, как интересуются? Погоди. Ты что, обалдел?
Это ведь уметь надо выступать. А что уметь? Язык у тебя хорошо подвешен, оденешься посолить. Ну так как, дядя Сережа? Я уже учительница про тебя рассказал. Ты же сам говорил, если дело... Да погоди, не трактив, 4? Да, около моего дома, помнишь? Помню, помню. Оденься только фирменно. Полный зал будет. Ты что, другого костюма не мог одеть? Или это все-таки? Где ее взять другой? А? Ладно, пошли. Ты учти, я долго трепаться не буду. Пускай лучше вопросы задают. Угу. Погоди, погоди, а где же ребята? Сейчас, сейчас, дядя Сережа. Здрасте, Татьяна Борисовна. Добрый день. Здрасте. Я сейчас, минуточку. Вот, мой папа. Очень рада. Сергей, извините. Алексей. Очень приятно. Ты иди, Лешенька, иди. Иди, Леша. Я понимаю, это не мое дело, конечно, но в наше время, когда семьи такие неустойчивые, очень важно, чтобы у ребенка был отец. Леша очень сложный мальчик, ему необходимо ваше внимание. Вы не волнуйтесь, я буду соблюдать полную конфиденциальность. И родители, и дети знают, что вы были в длительной заграничной командировке. Татьяна Борисовна, вы проходите, пожалуйста. Вас все ждут. Спасибо, сейчас. Проходите, Сергей Алексеевич. Не стесняйтесь, заходите. Заходите. Ну, нельзя же все время так. Ну, что проходите, это? Пожалуйста, на любое свободное место, да? Да. Кто не сдал деньги, подойдите ко мне после собрания. Ну что, все собрались? Маргарита Васильевна, родительский комитет в сборе? Нету Чепусовой и Хруновой. Как всегда. Ну что ж, будем начинать. Итак, у нас сегодня только один вопрос. Мне очень неприятно, Сергей Алексеевич, но прежде всего я хотела бы поговорить о вашем сыне, Лёше Степанцеве. Вы впервые присутствуете на нашем собрании, но я надеюсь, дневник его увидели. Это же экспонат для музея. Я понимаю, Сергей Алексеевич, что вы долгое время были в заграничной командировке, у вас просто не было возможности уделять внимание сыну. Но теперь... И потом, ведь знаете, он очень способный мальчик, но ничего не хочет делать. Ни на уроках, ни дома, но... Моя Ирочка тоже жаловалась, что Степанцев портит успеваемость в классе. А ее, как старосту, это очень волнует. Да, а дисциплина? Да, да. А дисциплина? Ну, бывают подвижные дети, но Степанцев, ну... Вы позволите? Да, пожалуйста. Мой сын, Коля Лопухов, вот уже вторую неделю ходит с синяками домой. А вчера, между прочим, я узнала, что виновник синяков ваш сын. И мужу вынуждена была сообщить об этом. Это, между прочим, хулиганство такое. Не сообщили, не волнуйтесь, сообщили. Пальто разорвал, совершенно новое. Это 40 лет, между прочим. Тихо, товарищи, Ирина Петровна. Товарищи, вы все, наверное, знаете, что Степанцева посылали в пионерский лагерь. В порядке эксперимента оказали такое доверие. И что же? Его выгнали из спецотряда двоечников и хулиганов, чем самых отъявленных. Да. Догнать его надо в три шеи, в спецшколу. А еще лучше в колонию для малолетних. Ну что вы, товарищи родители, это слишком. Что слишком? И денег еще не был бы у меня такой сын, уж я бы ему задницу разрисовал. Правильно, товарищ, правильно. Вы, что вы себе позволяете? Извиняюсь. В общем, Сергей Алексеевич, сами видите. Ну, теперь вы приехали, я думаю, что примете самые действенные меры.
Вот, товарищи, на сегодня все. У кого какие вопросы, подходите, спрашивайте. Товарищи, кто не сдал деньги, подойдите ко мне. Родитель Степанцев. Одну минуточку. С вас 10 рублей на нужды класса. Да, ваша бывшая жена еще в прошлом месяце обещала. Ну, чего ты? Ты чего? Где Сереж? Не имеете права. Имею, имею. Я ведь твой отец. Стой! Стой, зараза! Стой, тебе говорят! Да ты что? Извини! Стой! Убью! Будут свои дети, их убивайте! Вот. Я пошел в магазин, а ему на бутылку не хватало. Ты что болтаешь? Очумел, что ли? Ваши документы. Что? Документ. Пожалуйста. Документ. Вот. Документ. Пожалуйста, такой документ. Вы его не какой слушаете, я вам сейчас все объясню. Собрание? Во-первых, я его... Во-первых, ни разу не ударил. Что вы его слушаете? Посмотрите мои документы. Что ты мне о себе расслался? Взять. Значит, вы утверждаете, что вы его отец? Да. Во всяком случае, стал им сегодня. То есть? То есть, как это стал? Ну, то есть, я же говорю, он даже в школу меня пригласил, чтобы я выступил перед ребятами и рассказал им о своей работе. Говорю вам. Вери в них. Подворотник затащил меня, начал с деньги. Все врет, все. Я вру. Позвоните моей матери. Просите по телефону. Нет у нас никакого отца. 417-63-10. Соломин. Вызови-ка сюда мать. А ты сядь. Сядь, тебе сказали. Зачем вызывать? Можно и по телефону спросить. А ты помолчи. Вот. И вообще, вы оба, подождите в коридоре пока. Это можно забрать? Успеете. Я ведь... хотел помочь ему жить. На выход. Ну а мы-то здесь при чем? Этим занимается вневедомственная охрана. Подожди здесь. Круглого зайдите. Ты здесь. Слушай меня внимательно, откроешь рот. Эй, я из парень. Тебя... О, какая встреча. Стучать пришли? Сиди. Ну-ка, подними шапку. Учили мы тебя, козла, да видно, плохо учили. Егоров, за мной. Ну, с тобой, Ножкин, разговор особый. Я буду не я, если ты у меня не сядешь, видите? А с тобой? Соломин, оформи-ка ему 15 суток для начала. Сейчас, Шарм. Я сволочь. Давай, давай. Его.
Тебе чего, мальчик? Раньше надо было думать. Так. Фамилия, имя, отчество. Мы там на месте. Все нормально. Товарищ милиционер, можно вас на минутку? Разговор есть. Зверев Сергей Алексеевич. Место рождения? Харьков. Город Харьков. Максимчук, зайди. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонили. У меня сын здесь. Куда мне идти? Обратитесь в комнату напротив. Дата рождения. Рождение, дата. Вы что, оглохли? 1948. 1948. Число, месяц? 5 апреля. 5 апреля. Место работы? Там написано. Я вас спрашиваю. Шереметьево авиатехник. Авиатехник. Здравствуйте. Вам что, гражданка? А? У меня сын здесь. Мне звонили. Да-да, сейчас закончу протокол. Леша. Соломин, подожди с протоколом. Чего? А что случилось? А, вы мать. Выпороть надо вашего сына как следует. Вот что случилось. А вы, Зверев, тоже хороши. Не могли толком все разъяснить. Драки устраиваете. Мальчишка, что ли? Документы заберите. Кстати, у меня ваш